На улице Гвардейская появится наливной пешеходный переход. Его установка вызвана необходимостью, ведь именно по этой дороге школьники из соседних домов каждое утро идут в школу. О его установке и будущей реконструкции самой дороги наши корреспонденты. Улица Гвардейская может похвастаться сразу двумя особенностями. Здесь два продолжительных прямых участка и одна из самых небольших загруженностей в городе. Наверное, поэтому автомобилисты, несмотря на плохой асфальт, любят прокатиться по магистрали с ветерком. А ведь на дороге есть пешеходные переходы, по одному из которых каждое утро идут в соседнюю гимназию школьники. Мы понимаем все, что безопасность детей нужна здесь и сейчас, поэтому было решено в рамках ямочного ремонта в этом году уже установить искусственные неровности, лежачие полицейские, на переходе в гимназию номер 8 из асфальтобетонного покрытия. Дело в том, что исторически по этой улице никогда не ходил общественный транспорт, поэтому это не вызовет никаких проблем. А частные автомобили естественным образом будут снижать здесь скорость, и мы обеспечим нужную безопасность детей. Здесь будет наливной лежачий полицейский. Никакой резины и специальных креплений при создании не используют, только асфальт. Укладывают его по всей ширине пешеходного перехода специальным образом. Искусственная неровность чем-то напоминает подушку на несколько сантиметров, выступающую над основным дорожным полотном. Такой же есть, например, на Карла-Либнехта и на Кирова. Впрочем, психологическое влияние на водителя здесь куда важнее, чем физическое на автомобиль. А почему она эффективна? Все равно водители будут выставляться знаки. Здесь дорожные знаки о том, что предупреждающие, что это здесь лежачие полицейские. Ну и это всех владельцев автотранспортных средств, это будет все-таки напрягать. Однозначно будут газ сбавлять и будут уже как-то реагировать, будет спокойно. На что люди, в принципе, могут спокойно переходить уже. Плюс еще, согласно СНИПа, значит, этот лежачий полицейский будет разукрашен. Пешеходный переход станет отправной точкой реконструкции дороги на улице Гвардейской. Уже в будущем году здесь планируют сделать капитальный ремонт. Обещают заменить бордюры, но главное уложить новый асфальт. Ну а переход для гимназистов будет готов уже сегодня. Как говорят рабочие, главное, чтобы планы не испортил внезапный дождь.